Всех приветствуем, столица Золотого Кольца. Буквально через несколько секунд у нас начнется матч уже пятого тура MLB первой лиги, в котором местный Шинник будет принимать Родину. Будет трение, посмотрим. Ну что ж, поехали, Шинник, Родина, 0-0. Изменения минимальные. Смотрите, сейчас будет удар по воротам. Соколов. Нет, попадает Игорь, попадает соперника и рикошет. Гол! Семенов открывает счет в этой встрече. Ну а мы смотрим повтор. Соколов должен здесь был открывать счет, но отпустил мяч слишком далеко от себя. И здесь удар за пределы штрафной площади. По-моему, небольшой рикошет был. И мяч немножко так выманивает соперников. Черно-синий Покидышев. Заброс вперед получился с поворотом. И с большим трудом Сергей Айдаров туда бежал. Николай Покидышев, игрока Шинника, Кулишев и Разборов уже прессингует, находится. Удар поворотом будет? Да, в принципе, получилось. Это сделал передачу Иван Тимошенко. Здесь Ярославль, он отличился, удар поворотом будет. Девятка с мячом у Родины, давайте посмотрим. С левой ноги здорово могло быть, и Филиппов вытаскивает этот удар от Владислава Морозова. Либо нет, мяч летает в ворота. Что здесь было? Влетает в ворота? Да, смотрим. Морозов улучшает позицию, никто не встречает. И с левой, да, ля вратаря, гол вратарский, не смог выцепить мяч Михаил Филиппов. Мягкий заброс вперед. Филиппов бросает мяч вперед. И что, игра у нас продолжается. Кулишев, последняя атака. Панели пропал, диагональ-ка налево, Батютин. Но нет, скидка головой, и должен быть сейчас свисток об окончании матча. Так и есть. 1-1.